мыслью. Метод расспроса позволяет установить также наличие синдрома Кандинского-Клерамбо. Послушайте рассказ больного. Они делают мне «представь, представь», говорят, понимаете? И у меня в глазах сразу представление такое является, как будто бы это, ну, действительно вот сейчас все происходит. Ну, а потом, значит, говорят, забудь. Я забываю, я не могу найти свои мысли. Вот что-нибудь хочу вспомнить, что, о чем, вот, например, я сейчас с вами говорил, от чего начинается. И они сейчас начнут мне крутить такое впечатление, как будто бы мозг вращается, понимаете? И забываешь, ищешь, не можешь найти, выключают речь. И память, и произношение выключают. Они командуют всей нервной системой. Они со мной что хотят, то и делают. То вот так сделают, у меня руки вот так все задрожат. А то их сделают, так сожмут, что прям как тупые. Возьмешь, они стоят, вот упрутся или вот так вот забегают. Жену выгнали. Мою тетю в Сочи жила, ее перевели из Сочи в Харьков. Сделали такое желание, у человека появляется желание, что ему что-то такое нужно делать. Не только над моим, вообще с кем мне приходится встречаться, все время они используют это радио и издеваются. Все стягивается, даже волос в другой раз дыбом поднимается. Начинают измерять давление крови, они сейчас в сердце удар, понимаете, тук-тук. И за место моего, значит, давления крови, какой они хотят, такой и сделают. Короче говоря, голова это не моя, она мне не принадлежит. То, что я хочу что-нибудь такое сделать, я работать хочу, хочу трудиться, мне не дают. У меня отбирают это просто желание. Они все время в половую жизнь вмешиваются. А вообще действует какое-то радио на человека. Все идет через глаза, понимаете? Я хочу вот с человеком говорить, посмотреть или как-то такое подружиться с человеком на работе. А они мне не дают. Не дают и наоборот все время делают скандалы, что или же делают расслабление кишечника, только вот покушаешь, все, всю пищу спускают. Прям непереработанное ему выходит. Вот. Теперь другой раз сжимают желудок так, что вот здесь вот чувствуется какой-то отзвук какой-то вот в желудке, понимаете? И идет все, стягивается, все внутренности стянутые. Вот. Почему-то, когда отпускают, то мне легче говорить, понимаете? А когда начинает это воздействие идти, вот эта кислотность какая-то выделяется, чувствую, что у меня язык все время как вот от батареи, от карманного фонаря, и сжимается все, и тянется, и перехватывает дыхание. Дыхание перехватывает все. Хочешь вздохнуть глубоко, они этим самым отнимают речь человека.